Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Guns, Gore and Cannoli. Как вы помните, мы с вами остановились вот именно здесь, в Баварии. Так, ё-моё, началось в России утро, как говорится. Ну что же, голубчики мои, с добрым утром вас поздравляет Cannoli. И всех угощает свинцом, естественно, бесплатно, за счет заведения. Так, что у нас здесь такое? Да, конечно, this is not. Вот именно, что здесь никого нету, вам все это кажется, вам это все видится. Тихо! Смотри-ка, там втихаря притулился, а? Вот так вот, отдыхай, да-да, конечно, this is. Вот он, yes is. Да что ж такое-то, на, получи, гаденыш. Так, офицер, вот так вот. Черт, в ногу мне прям в носочек таки попал, гаденыш. Так, куда ты там бежишь, охламон, а? По мою душу, да-да-да, именно ко мне. Блин, да что ж такое, успевает выстрелить, гаденыш, а? Ладно, так, это мы, пожалуй, не будем сбивать эти люстры. Нам это ни к чему, конечно, ахтунг. О, подкреп, то, что как раз мне и нужно. Так, ребята, вот этого снесем. Смотри-ка, балует там с зажигательной смесью. О, чувак, селфи там делал. Извини, браток, я не хотел. Так, ну что там у нас? Оу, сам себя взорвал, как-то он так умудрился. Ребята, игра прям, грубо говоря, идет мне навстречу. Всякими способами мне помогает. Как вы это успели заметить? Так, еще один тут у нас. Гранатчик. Мимо, охламон. Так, ну что, давайте вот этого снесем. Отлично. Пока все довольно хорошо у нас идет. Практически без каких-либо проблем. Так, давайте его отсюда снесем сейчас. Все, лежат, отдыхают. Утомились с дорожки, видимо. Вот гады, блин, а. Все дома разру... Оу, а вот эти... Нет, смотрите-ка. Легко получилось. Обычно они отбивают щитами наши патроны. Но тут, как ни странно, все удачно получилось. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот, чепушило. Ага, этого нам не пробить. Давайте вот отсюда вот. Как раз мы сейчас чайник-то... Ой, меня пропалили. Здорово. Нам с тобой не по пути. О, чекпоинт, ребятушки. Может быть, постреляем малька, а? Так, вроде бы хорошо все. Вражин не видно? Нет, видно. Так. Минус голова. Что там? Ядрение фени, вышка взорвалась. Смотри, у чувака аж руки у бедного тряслись. Как он боится, что Cannoli-то придет, а? По его душу. Воу. Тут прям, ё-моё, извините меня, птичье гнездо устроили. Немцы. Вот так вот. Мы можем пошмалять, кстати. Давайте-ка сделаем немножко вот так вот. Расчистим себе, так сказать, путь. Ты смотри-ка, все равно кто-то гранаты пуляет там, снаряды. Все, по-моему, полетели осколки. Да, лежит охламон. Так, пила тут у нас лежит. Автоматы. Что ты там бубнишь? На, в чайник. Бежит, бежит, бежит. Ну, здорово. Как ты? А, ты хитро решил сделать, да? Ха-ха. Напасть с тыла, но не тут-то было. О, ребят, давайте-ка попробуем с вами колокол вот этот подбить. Он, по идее, должен упасть и наверняка нам что-то открыть. Или же нет. А, не, полетел, полетел и разбился. Но нам-то от этого не проще, ребят. Все равно мы пройти сюда не можем. Значит, вариант только один. Вот здесь вот перепрыгивать все это дело. Да. Так. Здорово, хлопчики. Так, ох ты, гаденыш. Чуть-чуть меня поджарил. Маленько буквально всего лишь. Ладно, ничего страшного. Будем дальше. Во! Слушайте, а вот эта комнатка мне не нравится. Знаете почему? Она мне напоминает, что сейчас будет здесь какая-то заварушка. Видите, уже потихоньку лезут, а? Там, кстати, у нас, не забывайте, пулемет стоит. Надо подкрепиться. Трупаки тут падают. Вроде сегодня не обещали осадки в виде трупов, но, как видите, летят. Ну-ка, мы сможем отсюда? Нет, не получится у нас, ребята, здесь. Смотри, а? Каждая мелочь все-таки хочет сесть за пулемет. А, и еще один чувачок, который любит делать селфи.
Ну, с такими ребятами мы уже с вами встречались периодически, так что сейчас будем, наверное, делать предсмертную фотографию. Ну, прям в чайник ему. Нечего. Да откуда вы беретесь-то, ядрёна вож, а? Ну давай, иди сюда, олух. Пока. Так, автоматик я заберу. Во, очередной чекпоинт. Фаус-патрон. И аптечка. Этих мы олухов сейчас быстренько снесем всех. О, смотри, смотри, целая застава тут у них. Воу-воу-воу-воу. Попадают гады. Так, наверняка снес. Да, одни лохмотья только полетели. И опять мы что-то должны здесь взрывать. Как вы видите, из двух сторон пулеметы. С какой побегут? Ой, ё-моё, эй, не успеем. Так, ребята, чешем отсюда. Патронов у меня достаточно, так что я думаю, что справимся здесь, в принципе, без каких-либо проблем. Вау. Так, вы прекратите уже, может, эту беготню-то, а, ребята? Давайте-ка успокоимся маленько, поговорим по душам. За кружечкой баварского пивка, или как? На, гад. Нет, не хотят почему-то. Ну, видимо, они не дорожат своими жизнями. Да что ж такое-то, смотри, а. Уже притулились там. Просто одним патроном троих сносим. О, вот это я прыгнул неудачно, конечно. Все-таки там уже кто-то сел за пулемет, а? Ну что же, шальная пуля должна его покарать. Тихо. Ах, там еще за машиной сидит охламон, смотрите. Ну все, гад, сейчас он только вылезет, и я ему... Что-то не хочет он вылазить. Притулился там, видимо. Ну-ка, если мы сделаем по-другому. Я его просил по-хорошему. Все, путь чист. Погнали. Так, а что мы с вами, кстати, здесь взрывали? Вот что меня интересует. Проход, что ли, по идее, или нет? Так, ну-ка, мы здесь... Да, в принципе, мы и здесь пройдем неплохо, да? Так, вот этого вот чудика сейчас только шибанем. Ну-ка, блин, тут же бронированная дверь, ребят. Так, что бы нам взять? Давайте, наверное, автоматик. Откроем. Да что такое-то, во. Шикарно. Пока. Ну что, утро вроде бы как задалось у нас. Дело уже, как говорится, к вечеру. Блин, ты задолбал там. Оу. Так, нам сюда не пройти. Давайте вот так через верх. Да-да-да. Любитель молочка. Так, ну хватит, хватит уже. Побаловали и хорош. Все, а, ну ты сам хочешь ко мне прийти? Ну давай, я тебя жду. Иди сюда. Welcome to hell. Оу, опять это хреномантия. Так, ребята, нужно брать мою базуку. Так, этого снесем. Так, где базука у меня? Дайте мне базуку. Вот она. Сколько там по тебе шмалять-то надо? Ну, прилично, прилично. Так, пожелтел, покраснел и готов. Двигаемся. Аптечка, самое то, что нужно. Воу-воу-воу-воу, казачок. Ох, как бы не отдуплиться, ребята. Как бы не погибнуть здесь. Неохота начинать с чекпоинта. Подхил. Что-то открыли. Казачки бегут. Оу. Фу, повезло. Так, спускаемся. Тут какой-то у нас... А, все? Ладно. А, продолжаем. На, выкуси. Друг друга подбивает, пофиг на все. Иди отсюда, мешаешься только мне. Так, ну что, нам нужно как-то вот этого чувачка сможем подбить, нет, ребят? Ай, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуточку. Ну, этот достал меня на самом деле, а? Который там... Давайте вот так, на опережение. Вроде бы все, да? Нет? Нет, еще... Еще бросает свои мины с миномета. На, говнюк. Давай сюда. Так, тут еще и гранаты уже полетели. Оу! Фига тут облаву на меня устроили. Ха-ха-ха. Да ты достал тут уже, а? Привет.
Ты офигел, что ли, хмырь? Блин, я ж бедный растерялся. Куда, не знаю, шмаляю. В непопад. Так, а здесь нам не пройти, да, видимо? Да. Напоминает мне чем-то дамбу Гувера. Хорош, там притулились. Они думают, что легко от меня отделаться, но, понимаете, им не повезет никому абсолютно. Никто отсюда живым не уйдет, я сказал. Сидят там, прячутся. Все, нет? Все, чисто. Нам-то лишь бы развлекаться. Ага, разогнался парнишка. Так, вот этот казачок мне немножко... О-о-о, с двух сторон. Да какой там с двух сторон? Со всех сторон. Откуда вы беретесь только, а? Гномы плодоносные, я не пойму. Так, давайте дальше пойдем. Ты достал, да что ж такое, не могу попасть, ребят. Фигня какая-то. Так, пора, по-моему, наверное, нам поменять оружие. Зажарим? Не горит, гад, а? Загорелся. Все. Там у нас казачок сидит. Да-да-да, этот любитель селфи. Но... селфи. Сам себя фотографирует. На, гаденыш. Вообще обожаю вот так вот, когда шальная пуля достает любого. Так, в бочку бы нам попасть, наверное. Ну-ну-ну-ну, да ё-моё. Просматривают, к сожалению, меня сейчас. Вот так вот. Слушайте, надо где-то брать хилочку. И как можно быстрее, потому что здоровье уже на нуле практически. Вижу, наверху, ребят. Так что все пучком. Кстати, здесь тоже, вон, смотрите, внизу. Сейчас пойдем возьмем ее. Я не собираюсь так просто никому оставлять. Оп, тут и заодно еще гранатомет подобрали. Вроде бы чисто. Пойдем отсюда. Пойдем к Аноле. Арни. Арни 2. Так, что там опять? Кто там бубнит? Я не вижу никого. На. Всех на мясо. О, полетели гранаты. Все, чисто. Чисто, Каноли. Пошли, чекпоинт сейчас с тобой отметим. Здесь глянем. Все, нет никого. Так, чувак, там, смотри, с бутылками затарился. Жалко, конечно, что он не взрывается от них же сам. Да, алям. Никакой алярм. Опять тут местные казачки выбежали. Тихо, тихо, тихо. Да ё-моё, вот прицепился жук навозный. Ну иди сюда. Вот о чем я вам и говорил, смотрите, видите? Отражает гад патроны мои, и все. Я ничего не могу с ним сделать. Если только попадать ему в чайник, ну это проблематично. Во, все-таки мы ему снесли черепушечку. Так, ладно, двигаемся с вами далее. Так, подберем это все. Фаус-патрон. Так, куда бы нам пойти? Вниз или вверх, а, ребята? Давайте-ка мы, наверное, вот так вот с вами сделаем сейчас. Заодно подкрепимся. Оу, ё-моё, ребят, смотрите. Тут у нас какие-то ракеты. Причем готовы к запуску. Мне это не нравится. Наверное, здесь будет какая-то сейчас жестокая заваруха. Так, хорошо. Блин, наверху палево. А мне никак туда не попасть. Неужели только по низу надо идти? Будет очень жестко. Так, не простреливаю. А ну-ка, давайте-ка. Кто там уже сгорел? Так, давайте попробуем. Да что ж такое, наведение. Либо на бочку. Во, задел его чутка. Да ну, бред какой-то, во. Почему так на цел гуляет, не пойму. Ну, давай, выровняем. Нет, ты посмотри, а. Вот сейчас должны попасть. Все, досиделся. Так, очкую я, конечно, здесь бежать. Сейчас просчитаем все это дело. Так, сейчас прогорит и побежим. Все, рвем копыта. Сидит там еще один дурень. Спереди кто там строчит. Лишь бы никто не побежал. Так, давай-ка этого снесем. Охламон, там притулился. Спрятался типа, да? Типа не видно. Их там двое даже было. Блин, наверх мне никак не попасть. К сожалению, ребят. Ну-ка.
хочу наугад бомбануть. Попал, кажись, да? Нет, смотри-ка, там стреляет до сих пор. Ладно, берем тогда огнемет. Тихо, тихо, куда там? А, сгорел! Чепушило, смотреть надо. Ну, а этого сейчас попробуем. Да что ж такое-то, а? Во! Понятно, там не пробивается он. Ёлки-палки, подмога бежит. Минус. Да ты посмотри, а. Казачки опять прибежали. Давай, быренько-быренько. Так, канули. Будем стоять, ребят, если сейчас не пробьем, он должен сгореть, если попадет. Пока. Жаркое. Подкреп, естественно. О, чекпоинт. Все, я на расслабоне опять. Ну-ка, о, пулеметик как строчит. Просто козырно. Жалко, конечно, очень быстро патрон кончается. Ну, да и фиг с ним. Что ты там сидит? Кидри не фини эту будку, да? Спрячемся. Пускай пока простреляет. Вот. Так, наверху еще один подкреп. Да ладно. Шутишь, что ли? Ну, высунься, гад. Я не могу прострелить, по-моему, не попаду. Вот так. Предсказуемо, конечно, все это было. Ну, здорово, что там сидишь-то? Вылази сюда. Дай, ну, извини, что по тебе задело. Так. Подкреп. Давайте. Подожди, 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 подожди. Не так я хоть. Да этот опять тут бежит, гомункул, блин. Ядреновож, их тут слишком много. Так, вот смотрите, командир там. Не понял, они отбивают щитом мои снаряды? Точно, ребят, отбивают. Хорошо. Блин, а почему они, почему они не взрываются? Ну, я, главное, выжил. Ой. Как плохо получилось. Ну давай, чекист, влази. Не хочет. Так, продолжаем наш путь. А, их тут двое. По двое, значит, сидят там. Ладно, им же хуже. Так, еще одна будка. Блин, как бы мне не попаду, наверное, вот так вот если. На всякий случай будем все взрывать, потому что мало ли нам придется убегать. Забежишь туда, а потом они начнут стрелять, и ты подорвешься с этой бочкой тоже. Так что лишний раз предосторожность не помешает. Так, подхил. Ну что, извини. Вау, там их двое аж. Лазит. Так, тихо, тихо, блин. Всю очередь в меня разрядил, гаденыш. Оу. Не подумал я, что они так сделают. Подпрыгнут наверх там. И через дверь. На. Опять, блин, неудачно все. Давайте, наверное, понизу. Так, там вижу бочки. Как все печально. Где у меня этот? Вот. Пока. Вместе с машиной к ядре нифини разорвал их всех там. Так, давай-ка этого тоже снесем. Ну и этих чудиков. Да-да-да, именно так, до кучи. Пока. Ну, что, все? Нет, еще есть маленько, ребят. Еще есть немножко врагов здесь. Так, мне тут не пройти. Спрятал, ах, ну правильно, да, все правильно он делает. Там не простреливается, здесь тоже нам нечего делать. Так, я вижу, там впереди у нас дробовичок лежит. Опа. Сейчас я его достану, не волнуйтесь. Ну-ка. Не получилось немножко. Кто кого. На. Вот так вот. Так, этого тоже нужно как-нибудь аккуратненько. Оу-оу-оу-оу. Нифига он. Прям в упор мне, блин. Да, если бы такие. Тихо ты, второй, блин, снаряд попал, а. Так, надо этого голубчика убрать с пути. Прыгай, прыгай там, кузнечик. Так, а этот бежит, да? На. Ты смотри, ребят, что происходит? Жесть. Только подкрепился, уже здоровья опять не осталось у меня. Ну как так может быть, а? Я не вижу нигде подкрепа, к сожалению. Так, хорошо, мы куда-то с вами перебираемся на поверхность, судя по всему. Да-да-да. Это у нас, у них типа бункер был и чекпоинт. Так, давайте-ка мы вот сюда пройдем.
посмотрим, что тут такое. Ага. Понятно. Машина у них тут. Взвод, типа, прибыл. Лес. Ого. Заяц. Ребят, слушайте, а это, по-моему, реальный заяц был, да? И на него, видимо, упал колокол. Ну ведь не статуя же. Нет, конечно же. Кто будет такую статую делать? Зайцу тем более. Нифига, мутанты пошли. Так, ладно, фиг с ним этой машиной. Не будем ее взрывать. Патроны тратить лишние только. Так, что такое, что? Ага, вижу тебя. Так, зенитка. Надо будет ей воспользоваться обязательно. Патронов. А, снаряда нету. Ребята, нету снаряда. А где снаряд? Все, вижу. Вон он впереди лежит. Давайте его возьмем. Зарядим. Я так понимаю, вот эти двери мы должны пробить. А ну-ка. Подожди, нафига мне два-то? Ну. Как? Ага, во, все, понял. Хе-хе. Отличненько. Слушайте, мне это очень... Кстати, смотрите, какая статуя здесь стоит. Не узнаете? Это же наш этот пилот, ё-моё, который нас сюда доставил. Так, тихо, здоровяк. Ох ты, все равно все-таки достал. Фига они крепкие, блин. Столько в него всадить пули, и он бежит еще довольный, радостный. С криками ура. Это в фонтане ныкается. Ну, дожили. Давай, иди сюда. Готов? Нет, не готов. Вот теперь готов. Опачки. Шпионы. Смотри. Наполеона он из себя изображает, а? Так, пора это дело прекращать. Вот так вот. Никаких статуй здесь не должно быть. Так, оу, да их тут, смотрите. Целая куча, ребят. Придется сделать небольшую зачистку. Генеральную уборку, так скажем. Все, нет. О, пулеметик. Тихо. Ой, блин, все-таки попали, а. Ну, они за это ответят. За каждый нанесенный мне урон они ответят в 10-кратном размере. Но шпионов, я смотрю, здесь меньше не становится. Вы посмотрите, ныкаются они. Я типа их не вижу. Все, придется в прыжке, ребята, их всех сносить. Отлично. Вон их целая куча. Вижу. О, там еще и второй этаж есть. Ага. Так, это я так понимаю, знаете, типа местная охрана вот этого особняка. Так, опять зенитка. Нам нужен снаряд. О, за пулемет он там сел. Давай, вылази с зажигательной смесью тут своей. Коктейль Молотова, тихо. Увернулись. Так, я вижу здесь только один снаряд. Вон он наверху. Сейчас мы до него... доберемся. Ты смотри какой, а. Я думал, что он уже сдох, а он бегает тут еще. Так, ребятушки, ну что, как нам туда попасть? Не понял юмора. Ага, отсюда, видимо, да. Ну что же, берем снарядик, заряжаем и пробиваем вот эту вот никчемную дверь для нас. Ну и вперед с песней. Видимо, это конец уровня. Интересно посмотреть, что нас ожидает дальше. Воу! Винни, ты до сих пор еще тут? Ты двуличный ублюдок, я знаю, что ты сделал. Да, ну что ж, каждый зарабатывает как может, не так ли? Они мне солидно заплатили, чтобы я тебя доставил сюда живым. Я надеюсь, что ты успел насладиться каждым центом, потому что твоя история подходит к концу. Сейчас! Я надеюсь, что у тебя есть бронежилет, Винни, потому что у меня есть. Хо-хоу, ребят, неужели босс? Да, скорее всего. Ну-ка, посмотрим. Так, тихо. Слышу звук. Ага, воу, тихо. Ты смотри, это ивонный бронежилет? Так, не понял юморка. Где у меня... Так, будем его жарить. А ну-ка. Да не бубни. Смотри, хорошо горит.
Слушайте, ну это разве босс? Это салага какой-то. Сейчас быстренько его поджарим, да и все. Так, главное не попасть, естественно, под снаряды. Ой, как так-то? Как он попал-то по мне? Тихо. Не надо буянить, родной. Я, кстати, давно заметил, что у него, вот именно у Каноли, да, все друзья почему-то обязательно предателями оказываются. Как видим, этот Чувырло тоже не исключение. Да, не повезло тебе, Каноли, конечно, с друзьями. Тут ничего не скажешь. Ладно, все, ребята, осталось чуть-чуть ему. Хе-хе, ой, тихо. Погоди, что такое-то? Да ладно, ты посмотри. Что за фигня, что делать-то надо? О, вижу. Ну-ка, давайте подкрепимся, снаряд. А ну-ка. Есть. О, он еще, смотрите, бросается сюда огнем. Нет, ребят, тут что-то не то. Слушайте, а что мне делать? Снарядов-то больше нету. Странно, да? Так. Патроны его не берут. Как это ни странно. Что же делать-то будем? Что он там все давит? Ё-моё, где брать снаряды? Вообще ни одного. Погодите, надо... Может быть, вот так попробуем? Оу, тихо. Нифига, поднял где-то снаряд, ребята. А ну-ка. Давай, быстрее, Каноли. Вот так, прям в упор. Слушайте, а с Фаоса ничего ему не делается. Что это за ящики падают? Так, я вижу оружие. Больше нифига пока не вижу у них. Ага, все, понял, ребята. Вот эти вот ящики, в них снаряды, которые нам нужны. Погнали тогда. Сейчас зарядим еще один. Тихо. Ой, задел. Ну что же, тогда он у нас в кармане. Да, не повезло ему. Так что Винни наш будет на высоте. Еще один снаряд. Ай, горит там пока еще рано. Во, все, потухло. А ну-ка, зарядим-ка ему в чайник. Ну что, я думаю, что еще один разочек шмальнем. И все, наверное, на этом будет ему... Хотя у него вторая полоска жизни есть. Ну где снаряды-то, ё-моё, вон, нет, там пистолет, не то. Ага, вон он. Ах, он их давит. Вот оно что. Тихонько. Он, вот, взяли. Да ё-моё, блин. Перепрыгиваем быстрее. Все, сейчас я ему заряжу прям по башне. Срочно. Ну, пока. О, мой танк он орёт. Все, ребят, по-моему, теперь можно его просто расстреливать. Да? Или нет? Спасибо за аптечку. Смотри, он тут все жжет, гад. Сейчас мы ему... Так, я взял еще снаряд. А куда он мне? Зенитки-то больше нету, все, тю-тю. Нафиг мне этот снаряд тогда нужен? Здесь тоже ничего нету. Странно. Будем его тогда подручными валить. Главное, чтобы это было эффективно и помогало. Так, подожди-ка. Не могу понять, помогает или нет. Вроде как да. Потихоньку, но здоровье уменьшается. Да, ребят, все нормуль. Тогда расколбасим его из гранатомета. Хорош там бубнеть. Не до тебя. Еще ржет там гаденыш, блин. Так. Совсем немножко осталось, ребят. Совсем немножечко. Сейчас сделаем. Он уже все. Пожелтел, бедняга. Горит весь. Ох, не повезло же ему, а. Да, кара будет жестокая. Ну что, еще, наверное... Что, закончилось, что ли, у меня? Блин. Ладно, давай так расстреляем. Все, только дуло отлетело. Отлично. Ну. И... Нам пройти сюда надо? О. Смотри-ка, лежит здесь, распластался. Сдавайся, Джо, с тобой покончено. Винни, слушай. Едь домой, пока не поздно. Темный дом ждет тебя там. Ну тогда давай его не разочаровывать.
Я говорю тебе, этот парень ненормальный. Он и его люди захватили секретную базу. Он создает неподконтрольную армию монстров, чтобы захватить весь мир. И ты ему нужен, чтобы закончить его план. Ну что таки этому парню нужно от меня? Кроме как пару кило свинца, я больше ничего предложить ему не могу. Это твоя кровь, Винни. Ему нужна твоя кровь для создания противоядия от того яда, которого он собирается выпустить по миру. После того инцидента в Тактауне правительство выпустило отчет, где говорится, ты был привит против зомби-яда. Ты выжил, потому что не мог быть инфицирован. Это делает тебя чрезвычайно ценным для него. Но как это возможно? А кто его знает? Может, потому что ты жрешь много пирожных, каноли? Очень смешно, Джо. А как насчет того, что я накормлю тебя пушечным ядром? Ух, ё-моё! Эпично. Я позабочусь, чтобы все твои части тела положили в один гроб, Джо. Отлично разобрался он, ничего не могу сказать. Ну что, ребята, вот мы с вами перешли на следующую главу, я так понимаю. Ну, а я, пожалуй, буду на этом завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно продолжим играть, так что увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого, ребят. Come to me, embrace me tight. Come to me.